Всем большой привет! Меня зовут Настя, и добро пожаловать на мой творческий канал. Уже давно набирают популярность различные вязальные букеты, и я решила, что этот тренд не должен пройти меня стороной. Как говорится, лучше поздно, чем никогда, и я решилась тоже создать свою интерпретацию этой идеи. Если честно, особого смысла прям снимать подробные мастер-классы на вязание каждого цветочка я не вижу, потому что такого добра в интернете уже хватает. Здесь я просто скорее покажу вам свой эксперимент, какие у меня будут попытки, удачи, надеюсь, без неудач. Но если что, в своем Яндекс.Дзене или ВКонтакте группе я выложу описание, по которым буду сама вязать эти цветочки. Ссылочки оставлю внизу в описании под этим видео, так что заглядывайте туда. Подписывайтесь на мой канал и давайте начнем! По материалам и инструментам. Здесь, я думаю, никого не удивлю, сказав, что выбрала Yarnart Jeans. В принципе, это моя любимая пряжа, и я вяжу из нее не только игрушки, но и теперь буду вязать цветы. Цветовой гаммой я не сильно определилась еще, но пока что мне видится что-то такое нежное, весеннее. Надеюсь, что получится. Далее, естественно, понадобится крючок. У меня вот такой двусторонний. Возьму я вот эту маленькую сторону, где крючок номер 2. В принципе, я всегда им из Yarnart Jeans и вяжу. Далее, для некоторых цветочков нам понадобится синтепух. Для стебельков я еще не решила, я буду использовать шпажки или проволоку. Ну и, конечно же, еще нам понадобятся там ножнички, иголочки, в общем, весь обычный стандартный набор для вязания и какие-то дополнительные инструменты, о которых я вам буду говорить в процессе создания этого проекта. Но первым делом я хочу связать свои самые любимые цветы, это будут тюльпаны. Сначала нужно связать саму основу для тюльпана, краткое описание вы сейчас видите на экране. Смотрите, я сделала уже вот такой один тюльпанчик, и сейчас буду делать второй. Связала вот такую основу, и нужно ее наполнить синтепухом. Стараюсь наполнять не особо плотно. Далее беру иголочку, и по сути мне нужно сформировать вот такие складки. Не знаю, насколько правильно я это делаю, но мне кажется, что в принципе результат получается как раз таки такой, как мне нужно, поэтому все в порядке. Можно оставить вот такие как бы дырочки сверху, либо это все зашить, как я сделала на своем первом образце. Даже, наверное, оставлю оба варианта, и такой, и такой. Ну что ж, друзья, вот что я уже успела сделать. Это 3 бутончика для тюльпанов. Они получились довольно большими, поэтому я, наверное, в следующий раз бы делала их немного поменьше. У одного тюльпана я прошивала верхние края, а у двух других оставила вот такими открытыми, пока еще не решила, какой вариант мне нравится больше. Сейчас я занимаюсь вязанием лаванды, нашла видео на иностранном канале, и тоже я решила сделать такой переводик и залью его в Яндекс.Дзен и в группу ВКонтакте. Но вот эти завитушки — это будущая лаванда. У меня как раз были остатки пряжи вот такого цвета, и ее идеально хватило на 2 заготовки. Ну и вот такие светло-сиреневые я тоже сделала. Думаю, что пока что 4 штучек хватит. И, может быть, если что, дополню еще одной вот такого цвета. У меня еще в планах сделать подсолнух, но я пока что не определилась, как именно я буду его вязать. Поэтому хочу оформить те цветочки, которые у меня уже есть. У меня есть вот такие шпажки, буду использовать их, и клей Момент Гель. Подойдет также Момент Кристалл или любой похожий клей. Достаю шпажку и острым концом втыкаю ее в тюльпан. Сначала буду заниматься ими. Ну и шпажку нужно обязательно закрепить, я буду промазывать это место клеем. Все хорошо в моменте, только он, конечно, очень вонючий, и не рекомендую им пользоваться в плохо проветриваемом помещении. Так, вот такой тюльпанчик первый у меня получился, и с остальными сделаю то же самое. И теперь зелеными ниточками нужно обклеить все шпажки, то есть стебелечки. К сожалению, прям идеального зеленого цвета, который бы мне хорошо подходил, у меня нет. В остатках у меня только вот такой яркий акрил, но в принципе я думаю, что и он будет смотреться не очень плохо. Я просто обмазываю клеем саму шпажку и обматываю ее ниточкой. Я закончила делать тюльпаны, обмотала все стебли, вот таким образом это выглядит. В принципе, мне нравится, как смотрится, и даже этот яркий зеленый вид совсем не портит. Для лаванды я хочу использовать вот такую зеленую флористическую проволоку. Я думаю, что она, в принципе, выдержит именно этот цветочек. Сначала нужно будет сформировать хорошенько верхушку цветка. Я наношу клей и зажимаю верхушку. Далее я хочу промазать клеем саму проволоку и потихонечку по спирали закреплять детали из ниток.
Закончила лаванды, такие четыре веточки у меня получились, мне нравится, как они смотрятся, причем все выглядят абсолютно по-разному. Хотя вязала я одинаково, но из-за того, что приклеивала где-то ближе, где-то дальше, и, в общем, разные способы пробовала, все это выглядит вот так вот интересно, необычно, мне очень нравится. Не знаю, оставлю 4 веточки или добавлю потом еще, посмотрю уже в букете. Вот как это все вместе с тюльпанами смотрится, мне, если честно, уже нравится, но, конечно, это не окончательный вариант, и я буду добавлять еще цветы, так что давайте продолжим творить. У меня уже следующий день, и я готова поделиться с вами моими новыми цветочками. У меня получился вот такой подсолнух, и он состоит из нескольких частей. Во-первых, этот цветочек объемный, внутри он набит синтепухом. Не очень плотно, но тем не менее, как вы видите, объемчик присутствует. Серединку я выполнила в коричневом цвете, но сзади зеленый, который я использовала для тюльпанов. И у меня очень удачно остался вот такой небольшой кусочек ярко-желтой ниточки, которую я использовала для лепестков. Лепестки у меня расположены в несколько рядов, и, как вы видите, они разных цветов. Первый вот такой ярко-желтый, про который я уже сказала, здесь много мелких лепесточков. И далее отдельной деталью я вывязывала вот такой круг, на котором располагаются другие более большого размера лепесточки. Здесь я уже использовала светло-желтый цвет, и мне нравится, как это смотрится. Действительно, цветочек получился объемным, очень симпатичным. Ну и напоминаю, что все схемы и описания будут в Яндекс.Дзене или в моей группе ВКонтакте, ссылочки внизу в описании я оставлю. Смотрите, каким образом я продела проволоку. С одной стороны ее вдела, с другой стороны вывела, и вот такую небольшую петлю образовала. И сейчас это все буду аккуратненько проклеивать. Таким образом, цветок, из-за того, что он большой, он сможет нормально держаться и не будет болтаться из стороны в сторону, как если бы мы просто в центр поставили бы проволоку, как я это делала изначально. Ну и далее проволоку я буду обклеивать зелеными ниточками. Мне очень захотелось сделать к этой композиции ромашки, но белого цвета у меня было совсем немного, тем не менее, этих остатков хватило на 3 вот таких небольших цветочка. Серединку я сделала из ярко-желтого, у меня оставалось как раз тоже на 3 серединки этих ниточек, и далее я просто обвязала все это белым и сформировала объемные лепестки. Мастер-класс по конкретно этим цветочкам уже есть на моем канале, он в видеоформате, вы можете его посмотреть. Ну и помимо ромашек я сделала еще вот такие какие-то фантазийные цветочки, здесь темно-фиолетовая серединка и желтые лепестки, чтобы у меня все цветы перекликались между собой. Ну и эти цветочки я также хочу закрепить на проволоку. На конце проволочку сгибаю следующим образом, делаю, скажем так, такую подставочку под цветочек. И чтобы эта подставка надежно держалась, я связала отдельно вот такую деталь чашелистика. Продеваю его на проволоку. Проверяю, чтобы эта подставочка хорошо держалась внутри. И теперь заливаю сюда клей. И сюда. И вот таким образом буду соединять. Чтобы вся эта конструкция точно проклеилась, я возьму канцелярские зажимы. И оставляю до полного высыхания клея. Ну и вот, все мои заготовочки вместе, и пора собрать из них букет. И тут начались муки творчества. Я очень долго составляла композицию, но в итоге определила, что цветы на шпажках у меня будут в самом начале, и их я закрепила канцелярской резинкой. А вот цветами на проволочной основе я обматывала стебли внизу. В качестве упаковки выбрала обычную кальку формата А4.
посмотрела несколько флористических мастер-классов и постаралась сделать что-то такое же красивое. В конце я просто завязала ленты. И на этом мой букет готов. Я очень надеюсь, что это видео было для вас интересным и вы приятно провели время в моей компании. Мне хотелось вдохновить вас на творчество, надеюсь, что у меня это получилось. Ставьте данному ролику пальчик вверх, если вам понравился мой букет, и, конечно же, подписывайтесь на мой канал, мне будет очень приятно. В описании под видео я оставила много полезных ссылочек, в том числе на другие мои социальные сети. Ну а я, как обычно, желаю вам всего самого хорошего и всем пока!